Ой, блядь! Чё давай? Блядь, ну! Половина она залипла. Здесь контакт должен остаться. Так мелкую чуты. О, видишь, видишь, то есть где он становится? Да, да, да. Прям лупи со всей дури там. Сколько у тебя есть? О, блин, он где будет становиться? Он в плоскость будет залазить. Да. Но вам надо, вы медленно будете, вам надо получить. Ой, блядь. О, понимаете, да? Давай. В разные. О, где-то так. То есть вот эту часть расслабляем, пускай он там вязнет туда. Давай. Сань, сильнее бей. Понял. Ой, блядь! Еще давай, лупи. Понял? Я стою где-то. Ой, блядь! Еще. О, вот типа этого. Да, да, да. То есть видно, сейчас ваша цель, чтобы он там завяз. И в какая-то плоскость встанет, давай. Ой, блядь! То есть, чтобы у вас таз здесь проработался. Понимаете, да? Да, на жопу. На жопу посади. Фу, вот. Видно, да. Уже нога как. Да. Ты мне долбанул, у меня, я тут сложился, у меня нога да. Сработала. Да? Да. Давай, я понял. Ух ты, блядь. Я держу контакт, да? Значит, я расслабляю эту часть? Да, вообще не полетели просто. Давай, давай. Фу, блядь. Ну, слушай, я раз, сколько она играет, да? О, видно что-то да. Такое? Да, да. Да? Да. Давай еще. А ну в конце забирать начали. Да. А я видно, вот у меня так сломал, я так остался. Да. О, я вот тазом, видишь, видишь, я как залез. Я не в мышцах стою, а, да? Как элемент фехтования, да? Фехтоваться, как фехтуете, да? Ой. Вот, все. Тогда вот здесь проработается, поняли, да? То есть на эту проработку мы потом еще удары наложим. О, видно все. Я ему плечи. Видно, я его поставил. Вот я его держу. Где я держу? Руки на цели, видно ноги. А я убрал. Ой, блядь! А сами гасим, да? О, видно, подождать надо. Чтобы он отскакивал. Видно, ты как раз вот. Вот я такую как бы волну применил, но она такая. Не до конца, да? Так, можно, да? Куда? Видно, плечо отдаю. О, о, вот тоже было волновое движение, да? Блядь! Не получается быстрее. Ну ладно, поняли, да? Сначала давай. Классика сейчас я дам. Ну, сейчас. О, видно? Я даже, можете вот тупо для начала, вот туда просто пойти, вот так, видно, все. Ладно, уже эти руки болят. Раз. Не видит его никто, но оно в плечо. Да, оно прямо аж в челюсти. Ой, блядь! Вот четко, да? Пиздец, блядь, шея ломается. Ну, то есть, если человек со всей дури... О! Да. Пошла. Да. Ну, я сжал. Расслабился. Видно? Вот его колбасит. Ой! Ой, блядь! То есть, раз, ты вот, разжал. Ну, это вот к слову. То есть, чтобы вам тяжело, да. Взяли, сами расслаблены, а здесь сжали одну руку. Вот раз. Ой, ты, блядь! Если у кого помощнее рука, у меня тонкая, еще лучше будет. Фух. Ну, так слово, продолжайте. Вот, я раз по суставу еще успел, можно и вот сюда дать. Угу. Видно, куда она идет. Фух. А контроль? А здесь контроль. Да? В раз то же самое. Теперь раз, и... О, ролик видно? Угу. Это движение здесь. Вот, я держу, да? Раз. Фух. А я его уже здесь бью. Угу. На каких ногах, видно? Угу. Все, и контролирую. Ну, сейчас. Вот, видно, я прокручивал палку. Раз. О, и развернулся куда? Раз. О, раз нога. Ну, сейчас не тот случай, но она видно, куда в параллель становится. Хотел. Раз. О, видно, куда она встала? Я раскинул. Раз. А уже не просто ее туда, а уже ей же и бью или иду. Поняли? Движение. О. О. А видно, я устойчивый. Видно, не напрямую вот так, а как? То есть как бы все тело, да, и тогда он только приставить надо. Ну. О, раз, а я здесь. Она пошла, а раз здесь. Ты выработал. О, бля. Ну, примерно так, да? Ой, бля.
Ну, они прописаны, но не сильно это. Это когда трос, вы чувствуете, жесткий человек или не жесткий? Да раз, здесь, да, здесь, то есть. То есть раз, о, можно даже, видно, туда залезть. Помните, а кто будет расслабляться? Да. Туда, Здесь у нас такой, раз, далее. Опять движение, видно? А я здесь зарядил тебе туда. То есть на этих же движениях надо заряжать. Раз, раз. Вот. Ну, пошла веревка, ведь она вяжет. Какой, видно, удар родится. Все равно. Сейчас плевать, что ли. Видишь, уже в яйцах я был там, да? Да. Удар идет. Во! Вот о чем, молодец. Только чуть-чуть надо. Да. Вот. Движение, раз. За спину. Движение, раз. А где я? Ну, помягче. Входим за спину, видно? Движение, раз. Во, поехали. Можно так сделать. О, а я здесь уже видно. А видно ближе у меня вот эта рука была, а? То есть видно? О, отлично. А теперь я загрузил, видно, нет? Ты же раз ушел, а я где? Здесь. Пошли, а здесь. Лежать. Цель сняли, оно там как-то видно. Двинули сюда. А в данном случае видно, вот удар. То есть бил бы, вот он уже вот так был бы. А мне чуть-чуть только зайти, да? Давай. То есть бежим. О, видно где? О, удар полез. Да не сразу в затылок бил, а как? Да? Да. Опять. О, Серег, молодец. Вот. Только чуть-чуть, ну я продираюсь. Движение, раз, он. А что мы делаем? Видно руки? Вяжем, да? Насчет мы и вяжем, то есть раз, он вяжем. Не специально это как бы выцеливаю, да? Давай, а, на раз. То есть видно где, да? То есть держим. Здесь. Раз. Можно фух, сместились, да? Опа, ножку сюда подставляем. И раз, во, нормально. А я еще, о, расслабился, а могу? Вот, она, а я здесь что-то дал. Здесь дал, то есть, и сами начинаем еще тренируем. Она раз, вот такое состояние, вы почувствуете, там локоть может полезть, понимаешь? Во. О, это моя задача, видно, завязать? Не падай. Пока мы вопрос вязания делаем. Видишь как? Да? То есть вот такое состояние, как бы, состояние, да? Опа, а интересное, видно где? А я, буду дальше расслабляться, да? Ножку тут где-то, да? А я раз под силу, видно, то есть в этом движении будет и загрузка, и все, то есть, понятно, может кому-то тяжело, опа, а я раз, вот они, веревки лежат, они, значит, если вы будете выполнять, у вас таз там будет работать, то, что надо, опа, а я здесь, здесь, там что-то, да? Фух, испугался, опа, блядь, не туда. И что-то у вас будет, то есть, я стою вот так, видишь, веревки, то есть, я не ведусь на провокацию, да? Оп, да? Программа есть, она и работает. Тогда вы будете чувствовать ноги. Опа, я здесь вот живот, как бы.